Штурмовик 3, давай. Это было прикольно. Кто-нибудь заклипнет. Робот, убей его. Убей его, робот. Что-то не идет как-то. Робот, тут ускорься, не надо. Рассчитанный удар. О, бараны сраные. Хорошая идея, твою мать. Оно даже не пытается нас убить, не расслабься. Ой, я понял, оно пытается нас убить. Или оно не пытается нас убить, я не уверен. А, оно пытается нас убить! Да вы что? Правильно. А нельзя, Кас. Вырубился, да. Алло. Что там, какола? Что ты делаешь? Это нормально у вас, твоя сити вообще? Я не понимаю. Нормально, я так смотрю. Блять, там еще убило кого-то. Упс. Так, быстрее. Нет, да куда ты? Зашел мотоцикл, там лежит? Я вообще не помню, что в игре такой упоротый смешной сюжет. Просто забей. Вот видишь, я типа эту миссию с вертолетиками вообще не парился. Зато, блять. Зато. Бежим. Прыгай. Риба моя. О, видишь как. О! Ловите! Таня, ловлю! Поймала! Вот это нифига ты прыгнул! Нам скили! Обнаружить вспомогательные приспособления. Да? А мы нашли? Подожди. Ну, Игрик это... Держи! Я держу. Девочки, ловите! Плачь какая кнопка? Б. Они даже не видели, но это хорошо. Я видела это. Но мне понравился этот фраз. Девочки, ловите. Это было очень классно. Типа как? Подожди, я правый схвачу. Я не схватил. Да не надо так сигналить. Он что, сигналит? А как, войти нельзя? Стой, я тебе говорю. Да куда ты уезжаешь? Подожди. Игра фермера, понимаешь? Фермер называется. Не гопник, симулятор. Да подожди, стой. Что-то не получается еще. Надо ему что-нибудь рассказать. Короче, едем мы такие один раз в автобус. Типа ты прямо просто едешь, все. Я не могу прямо ехать. Ты должен. Во, пошла руда. Это не руда, это овес. То есть мы к концу поля только вот настроили. Да в смысле, ты видел, мы еще... Ты перекинешь весь овес! Блять, какая же нам пизда. Бля, мы все рассыпали. Давай, блять, новую ферму. Короче, Борис это запомнит. Нет, только не бил... Не белочки! Я не хотела тебе! Я хотела не тебе! Как вы всегда на лобе, короче. Кто хотел, кто что не хотел, там разбирайте. Даже я сама умру. Да, я видел. Как профессионально. Боже. По-моему, мы скорее сами выпилимся, чем победим. Да, Дима там спокойно сидит. 150 хпшных утопил просто. Меня все хорошо на стриме. Да, у меня какие-то беженцы от тебя приходят. Да там музыку просто включили, бутылочка, садись. Нормально. Ридин, помнишь меня? Помнишь меня? Нет. А, блядь! Нет!
Три фейла подряд. Алло. Вот сейчас все наши полеты на джетпаке, все наши тренировочные полеты. Тёма, пожалуйста, телепорт. У меня нет телепортов. Слушай, как это эпично. Мы должны. Давай. Юрка полетел, и ты полетишь. Давай. Ёбаный рот. Давай. Летун космический, вот. Молодец. Те два тренировочных. Настоящий космический герой. Давайте похлопаем, товарищи. Тёма, текай. Подожди. I guess it's not finished. О. Да, исправь, давай, исправь. Во. Look, I brought your doggy back. You're welcome. Shake this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Dick. Господи, нет, нет, нет! Эй, стой! Чёрт! Чёрт, ну и горячая же штучка. О боже, это было самое эпичное дерьмо на свете. О боже. Это как в моем любимом аниме. Ну нет, так нет, как говорится. Я могу принять отказ. Я взрослый человек. Просто пак, понимаешь, всякого говна. Ай, край! Это в жопу игра. О боже. А ты шо, конченый, блядь, давай. Прощайте, деньги. Я не черепашка, я просто торпеда. Давай. Давай. Да, иди ты вперед. Nice, bro. Чё так потно-то? О, сука. А, это... Да сзади он потонет. Блядь. Смотрю, такой из-за угла выбегает. Теперь ты видел, что чувствуют перед смертью мои враги.
Блин, а куда делся черный цвет? Чё за дела? Это прям непорядок. Ладно, пусть будет вот так. Я вышел, значит, да? Выхожу такой. Раздвигаю вот эту штуку. Ну, такие дела. Все, я готов. Что там лежишь? Я вижу тебя.